Принесении службы на территории Ленинского района автоинспекторы обратили внимание на автомобиль «Шевролет Малибу», водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения. Требования полицейских об остановке злоумышленник не выполнил. Иномарка стала резко набирать скорость, стараясь максимально оторваться от преследования. Уходя от погони, водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу возникновения аварийной ситуации. Резко свернув в один из дворов, правонарушитель заглушил двигатель, выбежал из машины и спрятался на парковке, надеясь, что его не заметят. Но не тут-то было. На момент управления транспортным средством он находился в состоянии опьянения. При виде дорожных полицейских он совершил попытку скрыться. Было организовано преследование. Во дворах домов по улице Огородней данный водитель был задержан. Им оказался мужчина, 1975 года рождения. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Денис Желдов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.